Друзья, добрый день! С вами Сергей Чураков. В этом видео я вам покажу, как зарегистрировать вот этот сайт, вот этот домен на мейле для индексации. Переходим на сайт webmastermail.ru, /domain. Здесь у меня несколько сайтов уже поставлено. Здесь написано кнопочка «Добавить сайт». Нажимаем. URL вашего сайта. Вставляю URL. Дальше. Ввожу вот эту капчу. M3X02W. Нажимаю «Добавить». На следующем шаге. Проверка прав на домен, домен, то есть на мой домен. Варианты, как это сделать. Разместить HTML файл, создайте HTML файл с именем таким-то, со следующим содержимым. HTML, head и вот эта строчка. Дальше. Или скачайте уже готовую проверочную и положите его в корень сайта. После размещения файл должен открываться по ссылке вот такой. А дальше. Вариант. Разместите метатег. Добавьте в раздел «Хит» главной страницы вашего сайта следующий код. Вот. И третье. Добавьте txt-запись в DNS. В данном случае можно использовать, в принципе, любой из этих вариантов. Я воспользуюсь вот первым вариантом. То есть скачаю файл. Скачал. И теперь я положу этот файл в корень сайта. То есть, чтобы, кликнув на эту ссылочку, открылся сайт, данный файл. Значит, перехожу в панель, в C-панель, нажимаю «Диспетчер файлов». Так как сайт у меня сделан вот в таком поддомене, этот же поддомен является папкой на хостинге. Поэтому паблик HTML и выбираю еще папку Domland. Кликаю. Вот, то есть вот в эту папочку здесь находится весь сайт. Надо загрузить полученный файл. Нажимаю загрузить. Обзор. Так, диск D. Вот он файл. Нажимаю «Открыть». Здесь показано в правом нижнем углу «Загрузка». Кликаем. Возвращаемся. Файл, ну, где-то здесь. Я его сейчас не буду искать. Давайте проверим. Так. Нажимаем на вот эту ссылочку. Должен открыться файл. То есть вот он, «Verification». После нажимаем кнопочку «Проверить». То есть, видите, добавился этот сайт, и все, верифицировано. Сейчас робот проиндексирует данный сайт, и в каталоге mail.ru будет находиться как раз данный сайт. Если понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч.